Ее хотели множество мужчин. Бросали взгляды и звонили ночью. Она лишь находила 100 причин, чтоб объяснить, что это невозможно. Ей под ноги стелили города, искали встреч, писали сообщения. Она была со всеми холодна и не меняла никогда решения. Чуть сдержана, всегда на высоте, воспитана, ухожена, все с толком. И женственность была в ее руке, ну а в душе всегда была ребенком. Она прекрасно знала, с кем ей спать. Так мало тех, кого к себе пускала. Она умела четко выбирать и ошибалась в том, что выбирала. Ее казнила женская молва, особенно всех тех, кому за 30. Любой девчонке фору дать могла, и журавлем могла быть, и синицей. Она не открывалась до конца. Никто не знал о ней, чего не надо. Она жила свободно, без кольца, и не меняла цвет губной помады. И мало кто сумел коснуться рук. Она под вечер просто исчезала. Она любила. Он был просто друг. И о любви своей всегда молчал.